На автозаправочных станциях «Башнефти» снова отмечено повышение цен. 24 сентября в пятый раз с начала года подорожали самые популярные марки топлива. Бензин премиум Евро-95 теперь стоит 34 рубля 80 копеек за литр, прибавив в цене 50 копеек. На 60 копеек подорожал бензин марок «Регуляр Евро-92» и «Атом-92». Стоимость марки топлива «Нормаль-80» остановилась на отметке 30 рублей 50 копеек, плюс полрубля к прежней цене. Стоимость бензина «Супер-98» и дизельного топлива евро осталось прежней. Последнее повышение цен на топливо на АЗС «Башнефти» отмечалось 4 августа, пишет «Башинформ». В «Башнефти» изменения цен объясняют совокупностью рыночных факторов. Это рост акцизов на автомобильные бензины, инфляция и сохранение высокого спроса на оптовом рынке нефтепродуктов.